в масштабах страны открытие сделало достаточно серьезный прорыв. Это с 47 миллиардов ушло на 92 миллиарда по стране. То есть увеличив свой портфель ипотечного кредитования в два раза. То есть по Тюмени это тоже практически два раза. То есть люди пошли именно в это направление, где начали решать насущные задачи для семьи, когда есть стабильность получения заработной платы, когда понятны инфляционные процессы и вопрос предсказуемой ставки ипотечного кредитования. Вы помните, прошлый год он ушел из той зоны 10% барьера, он ушел в ставочку 9%, потом приблизился к 8%, потом возникла возможность рефинансирования ставок, и, соответственно, это дало еще одно поле, и вы видите, на уровне правительства и везде обсуждается возможность рефинансирования в обязательном поле, чтобы люди уходили от ставки, потому что есть еще на рынке ставки старого ипотечного кредитования, которые там 15-16 годовых ипотечного кредитования, чтобы мы с вами понимали. То есть людей призывают к тому, чтобы они рефинансировали, чтобы изменяли свои ставки, чтобы шли, переоформляли кредиты ипотечные и уходили в ставку там, 8 годовых, там, 9 годовых, в зависимости от того, кто предлагает банк. Но это в любом случае на порядок меньше, чем ранее было.